Добрый день! Я, Волошина Евгения Борисовна, являюсь руководителем специального коррекционного общеобразовательного учреждения «Школа-интернат для детей с ограниченными возможностями здоровья, имеющими основной диагноз – легкая умственная отсталость». Важнейшей задачей государственной политики в сфере образования является обеспечение реализации прав каждого ребенка на образование, в том числе и ребенка с особыми образовательными потребностями. Основной задачей своей деятельности считаю создание оптимальных условий для коррекции развития детей с учетом их индивидуальных возможностей. Для достижения поставленной цели необходимо соблюдение законодательной базы Российской Федерации, внедрение инновационных технологий в образовательный процесс и создание сетевого взаимодействия между структурными подразделениями ведомствами здравоохранения, социальной защиты, культуры и вузовыми страны. Под ее руководством у нас разработано несколько проектов по благоустройству территории, по улучшению материально-технической базы. В год экологии мы делаем скворечнички. Хорошо подобран наш коллектив. В профессии нет случайных людей. Здесь все на своем месте. Можно повысить свой личностный профессиональный уровень, постоянное движение, позитив, энергия. Все это, конечно, создается Евгением Борисовной, поскольку она сама как творческая личность, постоянно профессионально обучающаяся. И нам хочется на нее походить и тоже постоянно повышать свою квалификацию. Специалисты нашего учреждения постоянно повышают свои профессиональные компетенции, обучаясь по программам бакалавриат, магистратура и профессиональная переподготовка. В настоящее время 90% сотрудников соответствуют профессиональному стандарту педагога. Ключевой фигурой системы образования является ребенок. А ценностью нашего учреждения является раскрытие творческого и духовного потенциала каждого ребенка. Этому способствует созданная нами среда, в которой ребенок чувствует себя свободно, комфортно и раскрепощенно. Огромное внимание уделяется безопасности, комфортности нахождения детей в учреждении. Очень большое внимание Евгения Борисовна уделяет работе с детьми и их родителями. То есть работа с семьей выдвигается также на первый план. За время работы Евгения Борисовна в должности директора, конечно, изменения произошли в школе, это отмечают и как сотрудники, так же и родители, и дети. Они не хотели бы ни поменять на другую школу, ни уходить из нашей школы, поскольку им здесь хорошо, комфортно, и все их здесь устраивает, начиная от питания и заканчивая, естественно, учебным процессом. Статус школы, во-первых, сейчас повысился, что я хочу сказать, и мнение жителей изменилось, окружающих. Раньше само определение «базовская школа» вызывало у родителей какое-то опасение и вообще недоверие, и страх даже, если можно сказать, вдруг их ребенка определят сюда. Сейчас изменилась ситуация, сейчас едут со всех районов края, просят, пожалуйста, примите, научите. И директор у нас очень деятельная, очень требовательная, все строго. Ее интересует буквально все, как дети спали, как дети ели, что ели. А если возникает вопрос какой-то о проблемах там, в селе, в районе, там, даже в крае, у нас говорят, нашу бы Евгению Борисовну сюда, она бы навела порядок. Я руковожу учреждением, которое обеспечивает успешную социализацию воспитанников и их самореализацию в общественной и профессиональной деятельности.